Вот и магазин игрушек. Пойдем посмотрим, что-то выберем. Пошли. Настенька увидела красивые тролли. Из нового мультика герои. Мне нравится вот это. Розочка красивая. Вот еще розочка. Тролли и домик. Смотри, Настенька, какие Барби. Барби со своим ребеночком. Да. Какие колясочки красивые. Куколки Бэби Борн. У меня вот, вот такая у нас Эмили Фея. Угу. Одинаковые. Угу. Горшочек для Бэби Борна. Сумочка такая, как у нас. О, горшочек с ребенком. Класс! Вот еще пупсики. Мама, смотри, это доктор Плюшева. А вот и Маша. Красивая Машка. Настя, смотри, какие попугайчики красивые. Он поющий попугай. И этот. Настенька, смотри, а здесь настольные игры. Вау. Мышеловка, монополия, смотри. Голодные бегемотики. Смотри, какой... Дженга Бум Настя играла. Да. Давай выберем что-то для Макса, давай. Угу. Голодный бегемотик. Как ты думаешь, понравится ему? Наверное. Возьмем? Угу. Найдем еще подарок для Кати, да? Пошли. Что же мы выберем для Кати, Настенька? Может, куклу Барби? Да, наверное. Понравится Кате или нет? Барби с песиком. Мама, смотри. Барби с гардеробом. Смотри, Барби. Барби невеста. Наверное, понадобится. Давай еще что-то посмотрим. Вот маленькие куклы Барби. Ну да. Смотри, маленькая девочка-русалка. Да, Барби-русалочка. Маленькая девочка Рапунцель в колонне. С длинными волосами. Угу. А вот на мотоцикле. Дзин-дзин. О, это лесенка, как у Эльзы. Похоже на лесенку. Снежная куколка. И машина с девочкой. Красивая розовая машинка. О, смотри, какая милая лошадка. С такой принцесской девочки. Красивая. Вот такие наборчики. Настенька, ты уже кошечку нашла? Да. Такая пушистая, белая, красивая. Смотрите на ее глазки. Какие там у нее глазки? Ой, такие. Вот такая я кошечка. Хорошая. Настя, смотри, какие наборчики. Смотри, какая кухня. Есть все кухня. Кухня с холодильником. И спальня. А может, Катя, возьмем вот такой наборчик? Ну, мне очень тоже нравится. Ну, давай. Здесь возьмем. И зеркало, и фен, и лак, и помада. Конечно, возьмем. Нравится? Угу. Берем? Наверное, понравится. Думаем, что понравится. И я думаю. Пошли на кассу. С кошечкой. Еще надо выбрать для Насти подарочек. Я хочу. О, с лошадкой. Это что мне нужно? Настя очень любит лошадок. Вот такая куколка с лошадкой. Да, она лошадка пони. Лошадка пони. И маленькая Барби. Да, только нету у нее кьюти марки. Кьюти марки нету. Скупилась?
Уже едем Катюша и к Максу, да, Настенька? Такой тяжелый. Сейчас будем смотреть, что Настя там выбрала. Я покажу, пока Катя и Макса. Пошли. Привет! Привет! Вот и мы в гостях у Кати и Макса. И будем открывать новые игрушки. Да. Давай сначала вот это. Сначала с этой коробочки. Что у нас здесь? Давай. Набор для девочек. Парфюмерные аксессуары. Косметичка вот такая. Зеркало, помады, лаки. И даже фен. Классно. Открываем? Да. Да. Вот у нас ножнички. Так. Тикаем. Давай открывать. Что там? Давай помогаем. Вау! Доставай, Катюш. Вот. Давай, посмотрим. Такой чемоданчик, да? Да. А внутри чемоданчика все аксессуары. Да. Чтобы давайте разберемся. Может, здесь открывать? Ух ты, книга! Там еще наклейки, да? Да. Зеркало. Сюда наклеим зеркало. Угу. Вот. Все, вставляется. Вот и я. Так. Вот и я. Вставляем. Вставляем крышку. Вот и я. А вот и ты. Зеркало. Вот так. Ой. Вставляй. Вот. Сердечко, зеркало. А где фен тогда? Сейчас посмотрим. Вот фен. Вот такие полочки. Вот фен. Да. Наклейки. И ставим фен на полочку. Наклейки. Пакетики аксессуары. Я знаю, одну куда клеить. Наклейки. Подожди. Вот это куда? Вот. Смотри, Катя. Зеркало для принцесс. Смотри, кольцо. Да. Давай посмотрим, какие наклейки у нас. Это вот такие, в форме сердечка, парфюмерия. Сюда нам наклеить. Макс нам поможет, да? Да. Девочки, Макс нам наклеит наклейки. Можно? Да. А вы уже краситесь? Нет. Это все игрушечное. Игрушечное? Здесь нету лака, нет? Надо налить, да? Сюда духи. Вот эта флешка. Полочки у нас уже с ожерельем. Вы сюда, вы сюда. Это же бусы. Катя примеряет. Очень подходит твоему платью. Да. Да. Смотрите, Макс наклеит нам сейчас красивую большую наклейку. Так, вот здесь колечки. Теперь Катя клеит. Вот сюда. Вот так. Я тоже хочу. Надо и жить. Настя клеит. Клей. Клей. По очереди. Да. Нам наклейки еще на бутылочки надо наклеить. Это вот сюда? Вот сюда, на бутылочку, да. Макс берет наклейку. Давай большую берем. Где? Вот я наклеила. Я тоже. Внутри Макс уже наклеил. Куда же нам еще? Вот сюда, Макс. Эти большие на полочке. Я тоже, тоже. Смотрите, у меня получается. Да. Все, у нас уже бутылочки с наклейками. Все, смотри. А теперь вы что хотите? Бусы? Вот. Не на меня нарезают. Девочки уже наряжают. Это я играю.
Настенька одела бусы. Смотри, такие цвета, как твоя Твайлайт. А что ты хочешь? Красивая? А для Кати есть вот такое красивое колечко. Смотри, какой там камушек. У меня тоже есть. И у Насти колечко с сердечком. Фиолетовое. А ну покажите, какие красивые. А у меня розовое. Красота. А еще резиночки, смотрите, с цветочком. Смайлик здесь. Будем делать прическу. Девочки будут играться, будут красить губки. А Макс открывает свою игрушку. Я хотела себе такую игру. Давай посмотрим, голодные бегемотики. Да, сейчас будем кормить бегемотиков. Вот да. Колечко. И что, вы хотите в китерку? Это у нас еще наклейки. У нас есть. Наверное, вот сюда. Игра для двоих игроков. Выбираем голодного бегемотика и кричим на старт, внимание, марш. Затем ты и твой соперник нажимаете на хвостик бегемотика. И он начинает заглатывать шарик. Катюша уже играет. Кто первый проглотил золотой шарик, тот и выиграл. Золотой — это желтый. Желтый, да. Клеим еще одну наклейку. Играет Макс и Катя. Начинаем. На старт, внимание, марш! Трогаем хвостики нашего бегемотика. И он проглатывает шарики. Давай, давай! Я скажу! Жарик проглотил? Да! Макс молодец! 1-0. Первый получает балл Макс. Играем дальше. Собираем шарики на игровое поле. Начинаем. На старт, внимание, марш. Кто-то проглотил. Никто, никто. Убежал? Я убежала. Да. Опа. Вторая игра. А я зеленым. На старт, внимание, марш. Опять Макс выиграл. Молодец. И у Кати выиграл, и у меня. Да. Волосы еще нет. Что вы, девочки, делаете? Вот такая у нас красивая, яркая пони. Сейчас снимем резиночку. Будем делать прически? Берем расчески. А как нашу куколку зовут? Челси. Челси. Одна вот такие расчет. Туфельки красивые у нее. Под цвет лошадки. Да. Садись, принцесса. Принцесса. Светловолосая вот у нас такая Челси. Эй, Челси. Как Настя, как Катя. Челси. Она еще и с короной, смотрите. Да. Челси. Вот твоя. И такое нарядное модное платье. Смотрите, у нее еще крылья. Это фея. Да. Надо еще кока-колу освободить. Давай, я тебе помогу. Еще корона не спасла. Надо чик. Чик. Вот так. И с этой стороны. Давай. Потом сейчас снимем чик. Ее корону. Вот так. Красиво получается. Какие пышные волосы, грива такая красивая. Угу. Настя лошадки уже сделала прическу. Еще а Катюша нет. Делает Челси. Она... Все, ниточки убрали. Она сама одеваем корону. Темная розовая, а волосы... А грива светлая. Да, розовая светлая. Вот такая красивая, с цветочками и сердечком корона. Будешь одевать корону? Угу. Вот так. Красивая. Все уже такие ухоженные. И Катюша с Настей делали себе прически. Давайте оденем еще бусы. Катюша, одеваем? Красота! Вот такие у нас принцессы. И куколка в короне. Она готова. Готова? Лошадки. Давайте покатаем куколку-фею на лошадке. Она не ржута.
Она такая немножко тяжелая. Тяжелая? Садись. Сейчас я еще не буду. Давай. Все. Я сажусь. Погнали. Иго-го. Иго-го. Ребята, смотрите, какую красоту нам подарили Катя и Макс. Подарили при встрече такие красивые открыточки в форме сердечка. Это мне. Это для Богдана. Здорово, Богдан едет на машине. Папа Насти едет на машине Кате и Максу. И вторая открыточка. Здесь Мурочка нарисована. Привет, Алена. Спасибо большое, Макс. Нам очень приятно. Пожалуйста. И вот Катя и Макс сделали своими ручками уточку, кошечку и машину. О, смотрите. И еще сердечко. Сердечко. Нам очень приятно. Спасибо. Кстати, еще я сделал два сердечка. Давайте еще попробуем сладости. Давай. Открывайте. Выбираю Milky Way. Milky Way. Какие у нас там конфетки? Milky Way и Snickers. Я тоже буду кушать. Угощаем куколку, лошадку и девочек. И сейчас я тебе принесу Snickers. На. Вот такая у нас сегодня встреча с Катюшей и с Максом. Продолжаем играть дальше, а всем говорим пока-пока. Ребята, подписывайтесь на Настин канал, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока. Пока-пока. А мы кушаем конфеты. А мы играем с Максом игру. А я буду играть. 3-0. Опять Макс выиграл. Молодец. Я буду играть. Лошадка и девочка. Всем. Где же ты шарик? Желтый. Я. Вот такой у нас сегодня чемпион мистер Макс. Катюша катается на машинке, а Настя играет на пианино со своей лошадкой. И Барби кукла. У нее очень длинные волосы. Красивая кукла. Она ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас Катюша научит, как надо играть.